Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Tab S9 FE. И сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Безопасность и конфиденциальность». Далее здесь мы выбираем «Биометрические данные» и выбираем «Отпечатки пальцев». Далее вводим пароль от экрана блокировки. И нажимаем «Продолжить». И теперь мы можем начать прикладывать пальчик к сканеру. Он находится вот там, где кнопка питания. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.